Наступает момент, когда командующий парадом контр-адмирал Олег Криворот отдаст рапорт командующему флотом. Прошу, что вы не давали себя в борьбе с международным терроризмом.
находящемуся в воде человеку и в кратчайший срок произвести его эвакуацию. Заключительный этап спасательной операции, проводимый с борта вертолета ТАК-27ПС. Лебедкой они поднимаются на вертолет, где пострадавшим будет своевременно оказана первая медицинская помощь. Спасаемый на борту, работа закончена. Спасатели Черноморского флота России успешно справились с поставленной задачей. Высокому профессиональному мастерству воинов, спасателей, наши дружные аплодисменты. Сейчас катера поднимут на борт воздушных рычагов с их подавшими парашютами.